Как клеить рецепшн с вот такими уголками? Рулон держим вертикально, чтобы расположить пленку вот так по всей длине, по изгибу. Прикладываем с небольшим запасом, примерно на сантиметр больше. Отклеиваем по вертикали. У меня специальный ракель, но можно взять пластиковую кредитную карточку. Заворачиваем пленку. Прижимаем подложку. И приглаживаем сначала вот с этой стороны, с подложки. Не сильно давим, по чуть-чуть. После того, как мы приклеили пленку, ее можно вставить аж туда, в алюминиевый профиль. Аж туда, подальше. Рулончик скручиваем. Раскатываем сантиметров на 10. И делаем вот такие движения. Вниз-вверх. Опять сантиметров на 10. Вниз-вверх. После закладываем уголком пластиковой карты вот туда под профиль. Подальше, насколько влазит пленка. Берем обычный канцелярский нож и подрезаем, загоняя лезвие туда под профиль. Снимаем лишнее. Еще раз приглаживаем. Для того, чтобы не было вот таких пупырышков, нужно предварительно всю поверхность пройтись рукой и посмотреть, где что мешает и что нужно снять.